Всем привет, вы на канале Chef Games, меня зовут Олег. Продолжаем играть в Мафию Третью, проходить понемножку, потихонечку, по чуть-чуть эти миссии, смотреть, есть ли баги и все такое. Может быть, дальше продолжим проходить уже на стримах. Поддержите мой канал, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайкос. Напишите комментарий, либо просто плюсик в чат. А мы продолжаем. Да, не забудьте колокольчик. И я еду по миссии увеличения дохода Кассандры. Едем забирать контрабанду. Прикольная такая миссия, прикольная заданица. Собирать контрабанду, скорее всего, сейчас придется в открытом море заниматься сей девайсом. Прикольное такое местечко было, там пальмочки сейчас росли, мы проезжали. Островок такой вот, симпатичный островок. Мне кажется... Так, все чисто. Мне кажется, я здесь уже был. Тенечкой оставим машинку, чтобы она не грелась. Хорошая тачка. Итак, где я нахожусь? Я нахожусь на каком-то полуостровке. Здесь нет ничего от слова совсем. Мне кажется, что я здесь уже был. Да, и вон, ребятки, они... Они на самом деле непростые. Так, двое, да? Двое. А значит, хлоп. Хлоп. Ну, а к тому мы сейчас подойдем. Жарят тут, значит, стейки. Да, весело. И остается вот этот вот товарищ. Ну, мы его прямо вот так вот накажем. Бам! Все, ушел, братан. Итак. Это что сейчас было? По-моему, его крокодил сожрал. Хе-хе. Бывает. Да, я здесь был, но я заходил с моря. Подъехать к месту сброса. Плывем. Такое вот незатейливое задание. Оп, тихо. Я проехал мимо. Алло, где ты там? Ага. Не понял. Ладно. Первая точка. Запись сохранилась. Оп-оп-оп. Тормози. И нужно, по-моему, нажать на Q, чтобы собрать. Одна есть. Следующий. Опа. И... Ага, дальше. Катер мощный до безобразия. Его остановить невозможно. Невозможно остановить. Тихо. Давай. Готово. Доставить травку. Ну, поплыли. Так. А плывем мы с вами...
Доставить травку. В принципе, слушай, прям по прямой, да? Чик, чик и на месте. Ну да. В каждом районе у Кассандры, практически в каждом районе, есть пункты приема контрабанды. Ну вот, разжигаем топку этого катера и погнали, погнали. Красиво, мне нравится. Но мы понимаем, что и в GTA-шке 5 все было то же самое. Здесь уже миссии однотипные. Ну вот, наверное, аллигаторов, может быть, не было. И движника такого на воде. Здесь, конечно же, должна была играть музыка. Все дела. Ну, как-то так. Прикольно тут по болотам. Так, я почти что на месте. Где аллигаторы? Давай! Вашу Машу, а? Готово. Все, погнали по дороге. Везем контрабанду. Тем самым поднимая авторитетность Кассандры, и она нам в дальнейшем откроет множество улучшений, касающихся оружия, нашего личного с вами оружия. Я уже прокачал, потому что открылись новые улучшения. Не стал заморачивать это все на видео. Там все просто. На что денег хватает, то и прокачиваем. В данный момент увеличение количества патронов во всех орудиях. Основных моих. Это снайперки, это... Да что ты за дурак-то, а? Это автоматическое оружие и пистолеты. Везде увеличено теперь количество патронов. А почему бы и нет? Можем себе позволить. Правда, денег у меня осталось 6000 баксов. Тем временем осталось еще немного доехать до Кассандры. До гаитянской бабищи. Тихо. Ну как так-то? А мне туда надо. О! Хе-хе. Не говори мне, что я тебя подрезал, а? Так. Да вот ты ж вообще. Да дай проеду. Так, это какой склад-то? Другой склад вообще. Прикольно. Травка доставлена.
В общем, есть такое. До 162 тысяч поднял я планку Кассандры. Так, но скорее всего есть еще, наверное, да? Нет? Не факт. Не факт, не факт, не факт. Так, что у нас там? 74 стадия развития. Это хорошо. Пусть растет. Пусть растет, мы не торопим. Так, чего бы я здесь? В принципе... А, все, заработок я поднял. Это максимум. В дальнейшем мне надо следующий район отдавать. Итак. Вот. Следующее задание. Вот это. Беркли Миллс, мертвые не возвращаются. Мусор. Некоторые вещи не могут оставаться тайнами. Взбаламутьте воду вокруг мусорного бизнеса Пола Симмонса, чтобы привлечь его внимание. Осталось урона 46 тысяч долларов. Устроить взрыв на свалке. Подорвав установленную на свалке взрывчатку, вы уничтожите оборудование щенка и привлечете к нему внимание, чему он будет очень не рад. Риск, награда, урон, бонусов нет. Окей. Тачку. Давай. Так, в этот раз на этой я катался. Хочу вот на этой. Хочу покататься на этой машине. Давай. Молодец. Красавчик. Задавил. Все, вылазь. Моя тачка. Ну, такое себе. По-моему, черное лучше. Так. Слушай, будет все жарко, да? А здесь есть халявный бронь. Оп, стоять. Здесь есть халявный бронь. Как туда попасть? Погоди. Я понял, где я. Точно, это же Кассандра бизнес. Чуть не ступанул. Нет. Так, 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 по-моему, сюда. Оружия у меня более чем достаточно. Разнести я могу все, что угодно. Аптечки у меня полные, бронь у меня полная. Так, выйти как-то надо отсюда. Что у меня? 4 греночки, нормально. Все окей. Теперь надо тачку свою забрать. И мы с вами... Опа, стоять. И мы с вами валим разносить свалку ядовитых отходов. Мало того, это уже крайнее задание этого района. И все будет у нас чётенько. Хорош аппарат. Не, нормально. Чё я грешу? Хороший аппарат. Погнали. Стоять. Убито головорезов 8. В смысле? Так. Ладно, пофиг. О, да. Вот эта тачка. Вот это я понимаю. Огонь. У-ху! Бам! И что ты сделал? Ты что, псих? Давай, садись. Взял, помял тачку, а?
работает только, конечно, как заведенная игрушечная машинка. Как-то, мне кажется, они стрёмно подобрали к этой модельке звук. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, на! Зараза, такую тачку испортить, а? Так, свалка есть. Тихо, не ори. Ой, как их там много. Итак. Угу. О, отлично. Иди сюда, друг. Погоди. Не понял сейчас. А, вот так, да? Ладно. Так, ну что, ребят, вы готовы? Готовы, да? В смысле? Че у вас так много-то, а? Ух ты, пес. Готов. Так, это работяга, вон. Тихо. Готов. Ну, работяга нам не помешает. В смысле, а ты чё? Сидишь, отдыхаешь, жрёшь тут? Ха! Прикол. Так, чё? У нас надо вот, наверное, где там задание? Во. Осталось урона. Так странно. Могу тебе что-нибудь? Нет? Нет. Свалка мусорка. Так, а вот здесь есть подъем. И наверху сидит чувак. Так, и он меня сейчас запалит. Вон он вышел. Нехорошо. Бежать. Блин. Я могу? О, я могу, прикольно. Вот только снайперки тут нету. Ха. Вот это дурачок. Выходи. Ты где? Алло. А, вон он. Так. Соберем. Ух ты, какие кучки денег. Неплохо, неплохо. Сколько еще? 800. Угу. И мы можем уже, в принципе, пройти туда дальше. О, снайперка. Ну, снайперку мы сейчас шумно ведем. Шум нам не надо. А вот здесь, здесь, наверное... Где ты? О! Все, 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 успокойся. Успокойся. Так, не понял. Я думаю, мне надо сейчас всех просто убрать. Прям по максимуму. О, там трое еще. Так. Chop-chop, ага. Блин, это палево. А если так? So,
Ну давай. Бах, бах. Ха-ха. Слушай, как я обожаю вот это, а? Эх, вот где-нибудь... Еще бы. Блин, это Хитман прям. Хитман. О, да, там бабок сколько. Ё-моё. Там бабок сколько. Очуметь. Чё я взял? Э, мать! Здорово. Ничего себе, у тебя весы, деньги взвешиваешь, блин. Сидит, вообще паники не поднимает. Так, здесь я собрал. Здесь. Еще в соседней комнате. Да? Где-то здесь. А где? Забыли они тут. Ох-хо-хо. Один, один, один. Вот тот, что ли? Погоди. Не понял нифига. Кто из вас? Так. Бам, бам. Все, тихо, тихо, тихо. Не будем оставлять свидетелей. Так, один снизу. Где ты? Все, лежать. По сути, все. По сути, ребят, все. Убитых головорезов 0 из 8. Убивайте головорезов, чтобы снизить уровень сложности этого убежища. Что-то я ничего не понимаю, а где они отмечаются, вообще непонятно. Ну, в принципе, я так предполагаю, мы все, да? Сейчас мы... Ну-ка, нельзя костюмчик приодеть? Нельзя. Блин, а там бронь лежит. Пистолеты, пистолеты. Так. Ну давай взорвем все. Оп. Поехали. Сейчас будет заваруха. Я в этом уверен. Все, я могу валить? Отлично. Убежали отсюда. Ой. Ой. Ай, так и ж все. Ой. Погоди. Радиус. О, беги. Run, Forest, run. Run, Forest, run. Сейчас все взлетит к чертовой матери. Отлично. Но что-то не особо эффектно. Успел я? Да ну, в принципе, да. Так, открыть карту. М-м-м. Мусор, мусор, мусор. А что? Ага. Вот, наверное, да. Теперь допросить головорезов, а потом уже опять сюда же вернуться, да? Ну, скорее всего. Так, давай вот сюда. Едем допрашивать головорезов. Бедная тачка. И я напомню, и это на самой сложной, максимальной сложности мы играем. То есть, в принципе, либо я привык, либо какой-то стиль выработал игры. Так, а сколько вас там?
Непонятно. Привет, детка. Тачка интересная, желтенькая стоит. Так, погоди. Ты курить пришел? Молодец. Пам-пам-пам. Никого нет. Все, быстренько сейчас. Оп. Убрали. Ага, еще 20 тысяч. Да ё-моё, ты чё, блин? Дурачок. Лежать. Главное, не вызывайте. Да блин! Да ляж ты уже! Ой-ой-ой, взорвал. Как чертовой матери взорвал, а? Где тут бабки лежали? Еще один. У меня один патрон. Все. Готово. Так, деньги раз. Деньги два, три. Еще деньги вон. Так. Собрали. Молодцы, кто молодцы. А ты иди сюда. Допрашивать тебя будем. Сейчас ты мне расскажешь во всем. Так, открыли охоту. А, убить. Завербовать. Давай завербуем, бог с тобой. Не знаю, посмотрим. Так, хорошо. Что у нас еще здесь есть? Угу. Ничего интересного. О, мусорные баржи. О, как интересно. А здесь что? Красть деньги из тайника уборщиков. Отыскать и уничтожить мусорные баржи. Отыскать и уничтожить мусорные баржи. Еще мусорная баржа. И еще мусорная баржа. Так, окей, тайник еще есть. Сейчас мы сначала в тайник. Блин, 12 тысяч у меня, а? Нехорошо. Сейчас сбросим. Так, нет, на этой тачке не поедем. Поедем на своей, она, наверное, пошустрее будет. Окей. Жарим, жарим, жарим. Сначала тайничок обчистим. Вот это, блин, грусть печаль. Слушай, а у меня как бы получается... Ой, дура. Получается у меня... ладно. Пойдем за тайничком. Да жизни мало. И нету... Вот дурак, вот дебил. И нету... Броника совсем.
Ой, дура. Еще один. Пум-пум-пум. Что за... Не понял. У меня нет патронов. А, нет, есть. Хорошо. Патроны у меня есть. Это хорошо. Так, могу? Блин, нет, не могу. Все на первом этаже. Но я сейчас открою, здесь будет просто трэш. Окей. Никого. Один дозорный, по-моему, есть. На углу. Вон он. Оп. Ага. Тихо. Кто меня припалил? Да, блин, кто меня палит? Кто меня палит? А если их гренулями там зашвырять, а? Чё скажете? На. Так, еще. Тихо, меня нет. Вы меня не видели. Нет, 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 нет. Не видели вы меня. Выходит один. Ну, ребят, так вот с токсичными отходами себя вести. Вы как хотели? Бывают и взрываются. Ага, вот он. И... Да что ж ты... Какая косая дура. Ох, ё, ребята, а вы чё тут творите-то? Реально это жесть. Так, один где-то в углу. О, ё-моё. Тихо. Кто в меня выстрелил? Главное, чтобы не взорвалось ничего. Блин. О, тихо. Все. Успокоились. Хорошо. Значит, биологические отходы. Теперь все понятно. Теперь все понятно. Это биологические отходы. Давай прочитаем. Не нервничай, дорогой, все будет хорошо, мы что-нибудь придумаем, как-нибудь уже выкрутимся. Люблю тебя больше всего на свете, твоя жена Сьюзи. Ну-н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 у, мы ничего личного, это только бизнес, да, как обычно. Так, поехали, Е. Давай. Слушай, неплохо. Неплохо, а неплохо. Блин, ну только получается баржи... А, нет, надо баржи, да? Надо баржи. А еще... Мистер Ханисакл. Убить уборщиков. Неплохо. Завалим. Так, надо собрать деньги. Где-то здесь вон лежат. И аптека. Отлично. Да.
Интересно. Мысли. А чё там вообще? А так зайти можно? Конечно, можно. Смысл взламывать-то? Так, у меня вроде все хорошо с патронами. Где-то лежат денежки. Неплохо. А это что такое? Еще деньги. Записулина. Ясно. В общем, как бы все. А тут что? Угу. Поговорить с Марией Бава. Это рано. Это рано. Головорезов. Вот здесь еще головорезы. А тут рядышком надо уничтожить мусорные... Ну, по-моему, это уже совершенно не нужно. Давай доедем. Вот здесь ближайшее. Посмотрим сейчас, что... Может, он какие бабули есть... О, ничего. Да что ты не... Помрешь-то никак. Так. Ой-ой, что я сделал? Вообще красота. Да, грусть, печаль, я просто взорвал свою тачку. Так, ладно. Бог с тобой. Пошли разберемся с этой канителью. Угу. Оп. Нет. Лысь. 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 Кого еще хлыснуть? Эй, дебил, не поймут, откуда стреляем. Лежать. Так. Вижу. Ну, правда, уже бесполезно. Эй-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо, меня тут калашматят. Так, где-то один тут трется. Блин, зараза. Ну встань. Да блин, попасть не могу в него. А я уже тут был, кстати, по-моему, насколько я помню. Я чисто... Случайно тут мимо проезжал. Еще один давай. Жирный какой, а? Тихо, не бей меня. Да, успокойся. У меня прокачанное оружие. Вроде никого нету. О, целую кучу бабла собираем потихонечку. Ну, чисто ради денег. Вот чисто ради денег можно и проскочить. Проскочить. Не понял, а где баржа?
Какая баржа? О чем вообще? Это вот эта вот баржа вся целиком, что ли, она и есть? Ничего не понимаю. Отыскать и уничтожить мусорные баржи. Может, вниз мне куда-то надо сходить, сбегать? Так, деньги, деньги, деньги. Погоди, погоди, погоди. Здесь еще денежки. Раз. Непонятно. Мысли, а где деньги? Я думаю, надо какой-нибудь в центр гренку бросить, и все будет хорошо. Как вы думаете? Как вы думаете? Пу-пу-пу. Ну да, это явно не внизу. Мусорные баржи. Так. Что тут еще? Не знаю, не понимаю. Что надо сделать? Что надо сделать? Как их уничтожить? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Просто сейчас, если швырну. Аллигатор. То. Давай. Оп. Нет. Интересно. Как их уничтожить, мне неизвестно. Ну, что-то я фиг его знает. Таскать и уничтожить мусорные баржи. На эти баржи загружают бочки с токсичными отходами, а потом сбрасывают отраву в воду. Непонятно. В общем, ребятушки, я не знаю, как уничтожить эти баржи. Честно сказать, я не знаю. Но на этих баржах просто столько бабла. Я почти 20 тысяч с этой баржи собрал. Не, ну грех, конечно, их не облутать. Просто грех. Поэтому быстренько сейчас облутываю все баржи. Прям мимолетом, прям шустренько. И... О, погоди. Это опять вот это вот, да, канитель? Угу. Так, где она? Еще не доехал. Вот, быстренько забираем. Погоди. А как? Нет, это мост. А зачем мне? Что за прикол? Мне надо вниз. И вот отсюда, да. Вот так. Тихо, не ори. В общем, все, я на месте. Здесь тачку бросим. Люди ходят тут вообще просто. Я не знаю, что творится. Я смотрю, тут вообще прям буквально пару человек. Сейчас быстренько попробуем пройтись по ним. Каточком. Умс. Где еще один? И рыбак. Ну, понятно. Стандартный набор. А денег-то тут нету. Деньжата тут и нету. Ладно, здесь не особо интересно. Слушай, а может мне надо вот эти? Да ё-моё. Точно.
Вот и все. Типа я уничтожил. Балбес. Надо было посмотреть, прежде чем делать. Ладно, вернемся сейчас на ту. Там, скорее всего, народу уже будет. Просто тьма. Конечно, ребятки тут уже на этой базе снова появились, но мне ничего не помешало с глушака просто расстрелять эти бочки на воде и все, в общем. Так, нет, мне вот сюда давай. Че тут две баржи? Сейчас по-любому что-нибудь где-нибудь еще найдем, интересное надыбаем. Так, следующая база где-то вон вход. Вот здесь мы сейчас опять двое. Ребяточек, ни о чем. Двоих сейчас быстро снимем. Опа, привет. Один. В смысле? Все, ляж. Блин, двое не двое, где? Уху-ху-ху-ху, тихо. Есть. Еще один. Есть. Ну вот как-то так. Хотя, по идее, да, эти же бочки и скидывали в воду. Так, это все, конечно, хорошо. Вообще просто отлично, шикарно. Но пичтолетов нету. Вот теперь есть. А то вот так вот нужно будет. Погнали к следующей. Так, мы на месте. Я думаю, здесь много их не должно быть. Так, раз, два. О, их тут много. Хорошо. Да, и здесь есть деньги. И это вообще отлично. Ну, погнали. Первый ушел. Второй ушел. О, иди сюда. Ой. Ушел. Так, идут, да? Блин, зачем ты наклонился? Встань, дурачок. Все. Еще есть немного патронов. Так, палит меня кто-то. Ах ты ж! Не-не-не-не-не-не-не! Зараза! Ё-моё! Как так-то? Да блин! Сядь! Офигеть! Фух, хорошо все деньги сдал, а? Вот так и бывает. Так и бывает. Фу, слушай, серьезно, ребятки тут сидят, а? А где я? Да хорош. Очуметь. Да. Далековато я начал, далековато. Ладно, вернемся. Так, ребятки.
Да, давай-ка вот так сейчас сделаем. Оп. 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 Пошли дальше. Обидно, досадно, ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы быстренько всех размотаем. Ха. Да ё-моё, опять дозорный. Чёрт бы тебя подрал. Козлы. Но пипец. Бегут, бегут, бегут. Где? Да кто? Да блин, ну ё-моё, так не играй. Чё за фигня? Даже скрыться негде, а? Да, ребятки прям прилетают вообще не по-детски, а? Когда успел дозорный позвонить? Телефонная будка, блин, на улице. Вы потеряли снова 70 баксов. Ладно. Да, игра, конечно, давно издевается. Главное, дозорного в этом плане завалить. Да что ты как... Ай-я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 й! Да блин! Все, лежать. Да что... Ты козлина! Пипец! Да ё-моё, помри уже! Так, хренки... Собаки, а просто собаки! Ой, это жесть, это просто жесть. Каждый раз он звонит, и каждый раз... Ой, гренками сейчас всех зашвыряю. Просто зашвыряю всех гренками. Собаки. Так, ладно, пробуем еще разок. Пробуем еще разок. Так. Ха-ха-ха-ха-ха. Нельзя, блин, телефон этот как-нибудь. Собаки, а? Так. Тихо, телефон не трогать. Гори. Ну неужели? Так. 10 патронов. Тихо. Давай, выходи. Все. О, очуметь можно, а? Можно очуметь. Так, где мои бабки? Где мои бабки? Сколько? Нормально, почти штука баксов. И это хорошо. Так, давай. Бам. Бам. Три патрона.
Где еще? Все, да? Так, денежки, денежки, денежки надо собрать и валить уже дальше. Значит, убить уборщиков еще осталось, по-моему, двое. Пора уже наведаться к ним. У меня есть немного патронов и немного времени. Въезжаем на закрытую территорию. Так. Окей, давай-ка издалека. То что-то меня уже напрягать начинает. А, я помню это. Я помню. Так, вот туда греночку прям. Оп. На. Да ляж! Все, вы достали меня уже, уроды, а? Ёшкин кот! Ты чё творишь? Алло! Готово. А, у меня нет патронов. Вообще отлично. Оп, лежать. Так, еще там кто-то был. И тут, кстати, денежки, наверное, должны быть. Так, где он? Хорош. Еще есть, да? Пу-пу-пу. Так, двое. Зря вылез. Тихо. Я не вижу тебя, уродец. Я тебя не вижу. Где ты? Гад. Да блин, ты чё, прикалываешься надо мной? Ой! Сзади? Давай убей меня еще. Нет. Да блин! Чё за... Психоз. Вот где ты, скотина? Вот больше всего вот это бесит. Где он, блин, засел? Здесь никого нет, правильно? Правильно. Вон идет. Вашу Машу, да где ж ты? Извини, друг. Ну ты достал меня. Правильно, он с винтовки меня фигачит. Так, ну тут хотя бы сейчас соберем оружие и уже попрем мочить головорезов. Хорошо. Короче, мне оказывается тут в принципе на свалке-то больше делать и нечего. Я вызвал оружейника. У меня все патроны по факту закончились. Так, а где мой? Пополнить пышечка. Автомат. Мысли полный. Где он полный-то? Алло. Полный запас у меня в смысле? А, все, я теперь понял, он повышает разом все. Ладно. Так, что я могу быстренько здесь еще приподнять себе пистолеты? Короче, запас патронов еще. И на пешечку, оп, пополнить. И у меня остается 25 тысяч.
Автоматическая. Так, давай запас патронов улучшено. И пешечку. Оп. Все, огонь. Остальное мне все недоступно. Ну, винтовки, но у меня денег уже нету. Ладно. Бог с ним. Все, мы едем закрывать миссию к бабенке. Здесь, оказывается, реально все. То есть мы весь этот бизнес подчистили. Едем к матушке закрывать это все. Марии Бава. Надо с ней поговорить. И я думаю, можно переходить на следующий район. Так, мадам, открывайте дверь. Ну, привет. Так, ты давай мне тут поговорить. Да, я тут все закончил. Щенок, то есть мистер Симс меня не тронет. Да. Проблема с бизнесом. Но честно говоря, я рада оказаться в этом месте. Блин, мне что, обратно на свалку, что ли, идти? Ё-моё. Все зависит от щенка. До встречи, Мария. А, все, я тебя понял. Я тебя понял. Блин, я все время забываю, что здесь дважды все происходит. Дважды. О-о-о. Это жесть. То есть мне обратно надо на свалку уже разговаривать с этим балбесом. Ну, естественно, валить его и ставить своих. Очуметь, просто очуметь. Ладно, едем. Снова туда. Я только сейчас там был, я только сейчас там всех разнес. Так, ну что могу сказать? Ребятушки-то уже подготовились. Ребятушек-то поболее стало. Извини, друг. Снова я тебя завалил. Так. Двое где-то там, да? Пум-пум-пум-пум-пум. Давай сразу наверх. И валим там всех. Ага. Так, здесь пока нет никого. Что странно. Но они все рассосались. Угу. Оп. Оп, 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 оп. Так. Меня снова палят. Да ты чё какой, а? Ай-яй-яй, опять я не вовремя перезаряжаюсь. Ну давай, уходи. Так. Сейчас быстро всех разнесем, просто размотаем. Щи. Опа. Тихо. Хорош. Внизу он где-то. Выходи, гад. Ай. Ай-яй-яй. Тихо-тихо. Да где он? А, вон он. Погоди, еще один. Так. Аптечка-то у меня нет. Так, есть, лег. Оп-оп-оп, пришел. А, это этот балбес как раз. Но мне туда в офисы надо. Мне туда в офис и надо. Давай. Давай. Лег. Так. Мне некуда бежать. Так, погоди. Ай, блин, да где вы?
Лежать. Где вот он? О, не-не-не-не-не-не-не-не-не! Ляж! Собака, а? Ты посмотри на этого засранца. Решил он вызвать подмогу, блин. Мысли! Алло! Ляж уже! Гази, там еще один у него, да. О, думал меня завалить, что ли? Не получится. Ай, черт бы. На, гренулин тебе туда. На. Ну, по-моему, тут уже... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Лежать. Два патрона. Где этот осел, а? Короче, я не знаю, где он. Я уже пошел захватывать этого балбеса. Где он? Алло. А, вон он. Иди сюда. Ты мне уже не нравишься. Так, убить. Завербовать. Убить. Ага. Слишком щедро. В общем, и все. Мусорный бизнес захвачен. Кому мы его отдадим? Мусорный бизнес. Что-то мне такое вот сказывается, что лучше, наверное... Я отдам Вита. Пусть Вита заведует мусорным бизнесом. Вот так вот. А почему бы и нет? Причем в одном районе, да? Услуга за услугу, а не просто так. Не забудь. Да, понятно. Услуга за услугу. Вот шкет. Ну а вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте поставить колокольчик. Не пропустить новые видосики и стримы. Расследование с самого начала было скомпрометировано. Местные делали все возможное, чтобы выдавить нас. Кто-то взмолился, вломился в наши офисы. Ну и забрал большую часть оборудования для прослушки. Понятно, знаем таких. Мусорный бизнес захвачен. Красота. Тихо. Ну. Добраться до Энцо Конти. Встретиться насчет Энцо Конти. Консильери Крот. Показ расположения врага. Сбор отката. Так, Крот. Вы улучшили услуги консильери. Теперь у нее появится Крот. Теперь вы можете без прослушки видеть всех врагов поблизости в режиме информации. Консильери также автоматически соберет для вас... Все откаты. Красота. Красота. Ладно. Погнали.